Всем привет! Давайте отправимся в путешествие по проекту Morpheus Labs. Сейчас мы на сайте проекта morpheuslabs.io, где мы видим множество информации по, соответственно, проекту. Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на такие моменты, как токен проекта MeetX. Итак, market size, как мы видим, цифры очень интересные, перспективы обещают нам команда проекта радужные. Дорожная карта проекта, как мы видим, с 2016 года. Расписано, соответственно, по конец 2019 года. Это техническая часть, а бизнес-часть тоже самое, в принципе, да. Сейчас идет пятая фаза, да, соответственно, начало. Что у нас тут по инвестициям, да? Соответственно, инфраструктура токена MeetX и сети, давайте попробуем перевести, да, предназначен для использования, соответственно, в сети Morpheus для всех предоставляемых услуг и продуктов. Подписок на платформы, лицензирование дистрибьюторов, обмена токена с другими цифровыми валютами или токенами. И команда проекта Morpheus призывает заинтересованных инвесторов провести свои исследования перед любыми инвестициями. Вы можете связаться с нами, если у вас есть дополнительные вопросы. Итак, мы здесь видим, что токены можно купить на биржах HitBC, Liquid и Fcoin. И CoinSuper. На сайте доступна форма связи обратная, в которой вы можете членам команды задать вопросы. Также есть список социальных сетей, Medium, Telegram, Facebook, Reddit. В общем, проект интересный. Какой предлагает проект продукт? Как мы видим, здесь представлены продукты проекта, которые непосредственно связаны с блокчейном. Продукты написаны на более чем на 7 языках. Данный продукт может раскручивать несколько сетей одновременно. Как мы видим, пользовательский интерфейс довольно-таки приятный и интуитивно понятный. Итак, если у вас остаются вопросы по проекту и сам сайт не ответил вам на них, то можете связаться с членами команды и задать свои вопросы им.